Зимой этого года спасатели из Далласа, Техас, нашли собаку, брошенную на обочине безлюдной дороги. В те дни стояли аномальные холода, и столбик термометра показывал минусовую температуру. Это была отдаленная часть Далласа, где нет скоростных трасс, поэтому владельцы, скорее всего, думали, что это сойдет им с рук. Бедолага лежал в пластиковой коробке, в которую кто-то предусмотрительно положил старые тряпки. Двухлетний песик оказался помесью шарпея. Позже спасатели назвали его Бенни. Ослабленная собака была травмирована, голодна и обезвожена. Рентгеновские снимки показали травму позвоночника. Однако самым шокирующим стало то, что волонтеры нашли не только Бенни, но и еще одного бродячего щенка, которого назвали Бетти. Точно сказать, что эти собаки были брошены в одно и то же время, нельзя. Мы обнаружили Бенни в коробке, а спустя пару минут заметили еще одну собаку, которая, как мы подозреваем, жила в этом районе несколько недель, замерзая и страдая от холода, пока не прибилась к новому другу, рассказывает координатор гуманной службы. В нескольких метрах от животных валялся контейнер из-под еды, но он был пустой. Волонтеры понятия не имели, сколько времени прошло с тех пор, как собаки ели в последний раз. В ветеринарной клинике Бенни продолжили проводить тесты, чтобы выяснить, почему его голова опухла. Бетти также проверили и сделали целый ряд необходимых анализов. Кроме истощения и паразитов, ничего серьезного специалисты не выявили. Что касается Бенни, то спасатели предполагают, что он получил черепно-мозговую травму. Ему предстоит долгий путь к выздоровлению, но главное, что сейчас он в хороших руках. К счастью, добрые люди вовремя нашли брошенных животных, иначе в те морозные дни они бы точно погибли. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.